Окей, окей, сумешники, мы продолжаем проходить игру под названием Gunbreak. Короче, оказывается, в игре есть русский язык, и я его поставил. Я не знаю, как он будет отображаться на самом деле. Так, это мы закончили эту серию с полицейскими, теперь у нас серия с каким-то механическим монстром. Как? Я забыл, как начать. Как начать игру? Вот, как видите, русский язык. Ну, пробел. А, все, работает. Это странно было, почему-то не работало. У нас снова здесь 12 уровней плюс год. Мы с вами походу в Колорадо. Или где это там? Я даже не знаю. Так, наверх. Готово. Ну вы поняли, это игра логического типа, поэтому нам нужно искать всякие подставочки, отсылочки какие тут есть. Так, тут людишки в противогазах. Что-то должно произойти? Ничего. А-а-а. Подождите, надо немного сообразить. У меня уже проблемы. О, нормально. Сюда, переворачиваемся. Готово. Отлично. Ништячково. Так, а здесь посложнее идет. У нас здесь уже нужно активировать так, чтобы мы в этот момент еще не поджарились. А, и это на самом деле не так уж легко и провернуть, ребята. Хотя... А я тут сразу же сгорю, да, получается? А нет. Так, как бы это так провернуть? А, чтобы сам себя не убить. А, и все обнуляется. Я себе сказал, я себе. Вот снова... Я не врубаюсь, как мне тогда так подняться? Что вы придумали при этом, я не сгорел.
Вот, мне нужно было сейчас так сделать, черт. Так, микрофон не фонит, все нормально. Блин, тут раздражает мне микрофон, сейчас начинает фонить постоянно. Отлично. Да ништяк. Горем пополам, так сказать, разобрались. Ну, замечу, что только первое, ребята, мы... Чем подвох? Подвоха не было? Странно. Просто 5 минут я потратил на то, чтобы пройти данную локейшн. Чем? Я не пойму, а когда меня убивают? А, то есть там... Все, я понял. На самом деле это довольно сложно запомнить порядок взаимодействия. Ага. Мне по-любому эту херню собирать надо. Да. Блин, как бы так сделать? Понимаете, здесь нужно провернуть таким образом, чтобы я мог вверх смотреть. Ага, все. Вот, я мог бы сейчас это все сделать. Точно. Черт, ладно. Вот почему мне сейчас током не ударило? Зараза. Так, так. Так, так, так. Отлично. Главное, что я забрал ту херню, да и все. Ну ладно, это не херня, это бонусные уровни. Это какой-то мутант. О, внизу типа это, приставка от Дэнди. А это я не знаю что. Нихера здесь. Ну а если здесь легко, тогда... А. Прикольная задумка.
Ха. Это, знаете, типа не очень так уж сложно, но это подумать надо, то что и реакция, чтобы лишний раз не стрелять. Нет, не хочу бонус на уровне играть. Но все равно, походу, я буду разделять. Ага, здесь теперь у нас количество, так сказать, нажатий, которые я могу себе позволить. Блин, а вдруг я бы мог себе это сделать, как он называется. Я понял. Враги ж умирают, да, все равно? Как я до этого сделал? Ладно, и так сойдет. Я лучше их убью, потому что я уже понял свою проблему. И нужно запомнить количество подъемов, которые я могу произвести. Нормально. Это логично. Так, мы в какой-то бургерный из крокодила, так сказать. Епа. Все, нормально. Так, мы отправляемся в холодильничек. Не знаю, кто там был. Холодильники у них спрятан. Так, я буду проверять теперь постоянно звук. На количество помех и все такое. Так, у нас там какой-то колокол, я не знаю. Нет, нет, ссылка. Ага, отлично. Мы так... Ну, заметьте, что здесь локации продолжаются. То есть мы теперь с вами в морозильнике. Ой, я могу вернуться обратно. Бац-бац-бац-бац-бац. Бац-бац, бац-бац. Бац. Бац-бац. Ништяк. Так, огромное мясо. Только в чем подвох?
Нифига здесь. Так, хорошо. Тихо, не туда. Так, а теперь вопрос, как мне сломать это мясо? Вот это я имею в виду, которое выше. А, точно, забыл. Что-то я про эту фишечку забыл. Я стрельнул. Пью. Так, готово. И осталось только нижний участок изменить. Отлично. Вин, ну это, знаете, можно отсылочку, как и на Безумного Сэма сделать. Такая, типа, атмосферка. Везде апокалипсис. Еще надо... То, что мне там нужно повернуться. Сработало. Это чтобы не сгореть. Даже не нужно придумать. Ай-яй, опасно. Какого черта меня задели? Сложно, как так сделать? Надо придумать план. А, точно, меня же эта херня давит. Какого черта? Не, просто что я такое задел, что меня типа откинуло?
зараза. И хер поймешь ведь. Ладно, давай. Вот об этом я говорю, типа лишний раз нельзя, чтобы было наше-то. Так оно уже должно было перелистнуться. Ёлки-палки. Вот это сложный момент. Да бляха. Нахера это я сделал? Мне нужно... А что мне вообще нужно? Вопрос, как мне это вообще провернуть? Я понял, почему я упал. Я не могу понять. Это сложно? Пиздец сложно. И главное, чтобы не стрельнуть. Мне нужно стрельнуть, чтобы у меня еще запас был во время падения. Это несообразно. А куда мне дальше? Окей, ну упал я и... А, не дотрагивайся, не смогу. Ага, и что дали? Пиздец. Это как нужно рассчитать? Плюс мне нужно еще понимать, после этого подняться наверх. И что, я только так мог повернуться? Хотя я могу сделать так? А, и что? Я умираю. Чувствую, эту игру я недолго буду проходить. Моим то умом. Я могу сделать так, 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 так. Ага, но я все равно падаю, подождите.
логически я понял. Даже вот так смотрите. Оп. Но я все равно падаю, алло. Не понимаю. Как же это тупо? Ну куда? Вот. Ай, бля, я могу просто перекатываться. Понимаю. Понимаю. Гэ-гэ. А у нас уже серия подходит к концу. А, мне еще нужно было, я понял. Минкаус. Нет, я не хочу бонусный уровень проходить. Итак, ребят, мы быстрее пройдем с вами. О, там военные какие-то. Мы уже даже на военных остановимся. Так, я понял то, что они могут меня убить. Давайте попробуем их застрелить. Да, они убиваются. Хорошо. Так. Я вас понял. Я их понял. Отсюда? Да какого черта? Так, спина. Так, стрельба вверх. А могу я... А, там тупик же, там уже дрель, точно. Добро, значит, на этом мы с вами закончим. На этом уровне. Но вот сейчас, да, я не могу сказать, что тут что-то сложное. Обычные уровни. А, вон оно что. Ну ладно, мы все равно остаемся живыми, когда ломаем те или иные блоки. Ага. Так, так. Ну это легко. Окей.
Ага. Ага. Так, это уже ни хера не смешно. Так, перевернусь. Это так. Упаду. Так, 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 так. Так, так. Так, так, так. Ништяк. Окей, мы зашли в какой-то подземный мир. Давайте тогда, я думаю, на этом мы закончим. Все-таки у нас выйдет немного серий побольше. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.